Я. I assure you, I am very real. А теперь перейдем к погоде. Сегодня в плачущих холмах будет сильный и радужный шторм. Во! Твою же мать! Магнитола перегорела. Да что ж сегодня за день-то такой? Да, уже прошло 9 месяцев, когда я выпустил первую часть игры про картошку. Как же быстро летит время. Хотя я планировал, что сделаю только одну часть игры, потом сделал вторую часть игры, потом уже и третью, и все финалы. Хотя я думаю, что не лучшая это была идея возрождать картошку в третьей части. Что-то по типу как Спрингтрап, который уже, сколько уже там, 9 частей, все. Возрождается, да и возрождается. Не лучшая идея. Но, с другой стороны, я закрыл все сюжетные дыры. И закончил всю игру. Получилась даже целая трилогия картошки. Картошка улетела к Фламте. И они вместе рассказывали друг другу интересные истории. Я думаю, довольно неплохой финал. Хотя, также и критика. Бесконечная критика. Кто-то поддерживает проекты. А кто-то обсирал их, называя их дерьмовыми и бездушными, не задумываясь даже, сколько может времени потратить автор на это. Жизненная ситуация, когда стараешься один, делаешь, делаешь, а в результате либо не увидят, либо скажут, что полное дерьмо. Да, это наша жизнь. И в нашей жизни без критики никуда. Хотя также есть многие, кто и поддержали игру. Да, это действительно здорово. Хоть и не так много даже и увидели, да и скачивали. Не так много, как изначально планировалось. Ну, даже не планировалось, а как представлялось это. Но реальность совершенно другая. Поэтому... Хотя я действительно ценю, что хоть кто-то проходит мои игры, снимают их. Это действительно круто и здорово. Ну а все же, а что если я бы реализовал бы четвертую часть игры? Картошка не смогла бы долететь до звезды, она бы разорвала бы весь сценарный ход. И также открылись новые временные петли, где картошка с яйцом Фламти вместе встретились бы на одном космическом корабле, который остался один в открытом космосе. И как раз эти две вселенные бы столкнулись, подружились и пошли против нас. Наша задача была выжить бы. Как раз в третьей части я взорвал планету. Ну, потому что, чтобы больше не продолжать, делать игры про картошку и полностью завершить вообще всю историю картошки. Но как раз же на этом маленьком кусочке земли сидел наш главный герой третьей части, который уничтожил сердце картошки. Хм, неплохо. Что если сделать, что он как раз на этом кусочке земли долетел до этого огромного космического корабля, где и снова увидел всех этих монстров. А как он остался в открытом космосе без кислорода. Да. Ну, пускай у него в кармане будет запасной скафандр. Да, почему бы нет? Я здесь создатель. Если я хочу это сделать, так я это и сделаю. Почему бы и нет? Хм, но все же. Что было бы, если я действительно реализовал бы это? Интересно было бы взглянуть на эту игру. Thank you.
попутчик. Thank you.
факт, но данные нет, я хочу. Я расскажу. Все равно ваше мнение никому не нужно здесь. Завершен на 90%. Процесс системы завершен на 100%. Камере была огромная металлическая голова. Так, слушай, это
капитан нашего космического корабля. Иди к нему. Я так и знал, что ты сюда придешь. Я видел, как ты пробрался на наш корабль. Я капитан этого комплекса. И можешь назвать меня как хочешь, потому что я забыл свое имя. И да, я огромная голова. Пока я был молод и полон сил, и пока я был жив, я заболел этим чертовым раком. И я задумался, что я же больше не смогу пообщаться с близкими, выпить пиво с друзьями или даже просто пройтись по парку. И я заставил своих подчиненных выкрасть планы Orbiter Science. Если они смогли запихнуть сознание в Гладос, то чем я-то хуже? Почему я не могу так сделать? Когда мы украли наработки и планы, мы начали создавать этот проект. И как видишь, все получилось. Я победил смерть. Но прошло уже так много времени. И все мои друзья, мои дети, мои внуки уже умерли. Я остался совсем один. Вроде бы я приобрел бессмертие. Но что дальше? Меня запихнули в огромную голову. Я не могу ни ходить, ни есть. Абсолютно ничего. Только следить за работоспособностью комплекса. Знаешь, иногда люди теряются в этом мире и не знают, что делать. Как жить дальше? В чем смысл жизни? На самом деле нет никакого смысла. Но люди все чаще начинают забывать прелести их жизни. Первый раз, когда сел на велосипед, когда попробовал впервые вкусную, ароматную пиццу. Когда вы забили впервые свой первый гол в футбольные ворота. Вспомни, как это было приятно. И чудесные... Это просто чудесные моменты в жизни. И мы все чаще начинаем забывать, да и не замечать такие маленькие моменты в нашей жизни. Но рано или поздно мы должны умереть со своим поколением. Но пока есть жизнь, можно сделать столько многого. Но победив смерть, я все равно остался одинок. И знаешь... Как же долго ты это все болтаешь. Блин, где у него кнопка скипнуть? Так, стоп. Подожди, для кого я готовил этот целый текст? Это, конечно же, очень душещипательная история. Но в данный момент в комплексе происходит настоящий пиздец. За мной охотится картошка и яйцо. Поэтому мог бы ты закончить свой... довольно прекрасный долгий рассказ и открыть мне проклятый шлюз. Да, не думал, что перед своей смертью будет именно стоять передо мной такой зануда. Ладно, я открою шлюз после того, как ты убьешь меня. Хорошо, но если ты сдохнешь, тогда кто мне откроет этот спасательный шлюз? Для такого момента при жизни я создал программу eLife 2.0. После моей смерти ты станешь моим новым наставником. И я также призову лифт, через который ты попадешь в безопасную зону комплекса. Где этот чертов бортовой компьютер? Я здесь, мистер Уилсон. Так, слушай, замени модуль. Я сказал заменить модель жизнеобеспечения, а не музыкальный блок. Выполняется замена модуля. Вы согласны закончить свою работоспособность в данном комплексе? Да. Назовите ваше имя нового капитана комплекса. Меня зовут Виктор. Виктор, система перезагружается. Принято. Система завершена. Добро пожаловать, Виктор, в наш комплекс. Слушай, здесь есть монтировка. Найди ее и отломай доски на мне. Так, отлично. Я иду к тебе, другой мир. Сейчас включу свет. Так, отлично. Видишь мой мозг? И огромную красную кнопку. Нажимай на нее.
Спасибо, Виктор. Слушай, дружище, я все же понял, что у тебя получилось это все реализовать и открыть шлюз. Я слышу, я на самом деле призвал их все сюда, чтобы они не пошли к тебе. Но знаешь, друг, это было довольно веселое время. Я, к сожалению, не смогу выбраться, потому что шлюз, если откроется, они все на меня нападут. А так мы все вылетим в открытый космос. И знаешь, я думаю, нам пора прощаться. Ты довольно хороший собеседник, да? Это я был, Том! Не забывай меня! Прощай! Если труп Тома здесь, тогда кто говорит со мной? You monster. Ha ha ha. Lol. Ух, какой яркий свет! Это же всевидящее око! Остановись, картошка! Отстань, Фаланти, я хочу мой! Ты не мог бы мне не тыркать этим курсором? Если ты не знал, он довольно очень больно бьет. Что со мной? Я свободен? Я чувствую себя отлично. Что с моим голосом? Ох, видимо, тот жуткий монстр, сидящий во мне, наконец-то отпустил меня. Я теперь свободен? Ох, как же я много сотворил чужими руками смертей. Я уничтожил абсолютно все. Весь мир.
Теперь я абсолютно один. Здесь, в темноте. Знаешь, игрок, я подумал тут, что я действительно натворил жутких вещей. Хоть и не своими руками, я все равно принимал участие. Я был мерзким и эгоистичным. Слушай, ты дашь мне шанс все исправить. Если ты не согласишься, то я пойму твой выбор. Только подумай, как следует. Спасибо, друзья. Отлично. Отлично. Давай создадим, как все было. Так, отлично. И давай уберем все мои следы здесь. Теперь обычная наша Земля. И давай установим наше время. Так. Отлично. Супер. Ну, тогда прощай, друг. Я буду следить за балансом Вселенной, поэтому я больше вас не потревожу. Прощай. Да, именно такой финал я и видел в четвертой части. Потрясающе. Так, здесь нужно завернуть направо. Дом, милый дом, как я по тебе скучал. Ты не мог бы меня не тыркать этим курсором? Thank you.
ваш главный бортовой компьютер. Я хочу дать вам совет, как сразиться с чужеродными телами в нашем комплексе. Для полного успокоения нужно как следует напить свой живот. Лучший рецепт еды – это мы. После сбоя я уже практиковался в приготовлении еды. Нужно лишь освежить мясо и приготовить. Я знаю,